Воскресный отдых у водоема закончился трагедией. В реке Вызенка городского поселка Красная Слобода утонул человек. О том, что у берега остались вещи, а сам мужчина не вернулся домой, в понедельник утром спасателям сообщили односельчане. Через несколько часов после происшествия сотрудникам Солигорского освода удалось найти тело 48-летнего мужчины. В настоящее время следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели. Уже известно, телесных повреждений на теле погибшего не было. Официальная причина смерти будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы. И статистика. В Беларуси с начала купального сезона утонуло более 15 человек.